4 декабря завершились мероприятия, проведенные в рамках недели юриста в Набережно-Челнинском институте КФУ. Ежегодная неделя проводится со студентами отделений юридических и социальных наук, а также учениками школ города в честь профессионального праздника 3 декабря. Плюс, естественно, мы адаптируем к этому профессиональному дню и молодых наших студентов первого, второго курса, а также мы делаем очень большой акцент на дополнительную активное участие магистров, потому что магистры – это наши вчерашние выпускники. 3 декабря в России отмечается День юриста, который стал дополнительным поводом для консолидации всего юридического сообщества с основной деятельностью в виде служения принципам законности, верховенства права, а также установления законной справедливости. Они направлены на повышение интереса к профессии юриста, да, потому что школьники стоят сейчас перед большим выбором профессии будущей. И вот как раз вот с такой целью, с целью ознакомления, расширения их кругозора была предложена для них лекция. В этом году неделя юриста в Набережно-Челнинском институте КФУ включала в себя интересные встречи, лекции о правах несовершеннолетних, профориентационные встречи с учащимися школ города, практические занятия по криминалистике с учащимися среднеобразовательной школы номер 34 и 42. Были разыграны модели судебных заседаний, проведен круглый стол на тему актуальной проблемы предпринимательского права в условиях введения ограничительных мер с представителями правового управления ПАО КАМАЗ, а также Брейринг защиты прав потребителей с учащимися школ города. Амир Ахтямов, Центр Набережно-Челнинского института КФУ, Универньюз.